3-4. Да, всем здорово, дорогие друзья, сегодня будем играть, короче, СГшечку, у нас СГшка на карте Атра, и сегодня вообще будет просто этот СГ от трех лиц каналов, вот, короче, от Джеки и Димана. Давай теперь я начинаю, давай, все, да. Короче, предлагаю, знаете, что сделать? Все, подожди, я начинаю. ДДХу. Раз, два, три. Так, ребята, ну что же, я буду коротко, следующий летсплей. Просто в голос. Все, давайте, го! Ну что же, ребята, я буду коротко. Блин. Ну что же, ребята, вот вышел новый фрагмент «Спаси Голда». Новый выпуск, играя с меня Жека и Бериком. Поздравляю. Всем привет. Здорово. И ну, это, короче, давайте уже начинаем. На три канала, поэтому переходите на их канал. Не, пока не стреляйте, а то сейчас вы снесете кого-нибудь все минусы. О, вот так, смотри, как надо неадекватно начинать «Спаси Голда», смотри. Только речь не давай. Сейчас 33, побежали писюны. Ладно, сейчас дадим рельсу. Вы, да не сливайте, вы их не сливайте, слышите? Вот, 5 минут! Дебилы, ну! Вот ты, Диман! Диман аутист, просто тупой, в колхозе живет, блядь, не знаю, что такое этикет, сука. Подлюга. А где гол-то? Короче, бля, погнали нахуй, заебали. Какого фига они под одно стали, братаны, пацаны? Ах ты днище, Диман. Хера он там летит? Спасибо. Блядь. Фига он, кофе. Короче, вообще просто неадекватно. Сейчас смотрите, в раке, блять, они ютубер. Раки вообще. Что, раки сам начал гасливать? Походу они нас больше... В смысле, что, я просто дал чисто для раздраконивания, а ты добил, рак. Вы вообще можете их не сливать, потому что так СГшки хватит на 5 минут. Понимаете? Ну какой на 5 минут? Мы будем держаться тут полчаса. Мне хватит 5 минут, у меня уже один фрагмент есть перед этим. А, ну у меня, в принципе, второй есть. Го, погнали. Не ожидал Жека и Диман. Ну ты, Диман, вообще краб, не ожидал от тебя, чувак, такого. Да, блядь, что это такое, сука? В смысле, что? Я так чисто, я тебе говорю, я знал, что он не вынесется. Я чисто, ну, для раздраканивания говорю. Я тоже знал, что он не вынесется, но почему-то вынесла сразу два. Не один, а два, понимаешь? Че ты чешешь-то? Я под одну каких-то двух левых слил. Да, блядь, что это, сука? Ты двоих слил? Да, да хорош! Я в одного целился, второй каким-то образом там появился. А я одного только реально, вот поэтому ты, Диман, вообще неадекват полный. Просто, а ну, видимо, я одного. Ребят, как говорится, колхоз делает свое дело. Короче, назову этот «Спаси Голд» вообще самый неадекватный. Неадекват колхозник. Колхозник за 92 выпуска, которые вышли на моем канале. Сколько? 92? 92. Да. Ах ты, Диман, задрот, «Спаси Голд». Вообще, ты нахуй нарезку можешь, знаешь, на какую забабахать. Насколько так, тихо, я, короче, полетела. Лети, детка, блядь, да какого хуя? Мы ранетки, мы ранетки. Да, блядь! Вообще рядом было, вообще рядом. Смотри, что будет сейчас, ты смотри, что будет сейчас. Я смотрел, ты вообще слился как полный. Да, Берик опять как днище с 3 неадекватная на краске на своей, фу, блин, пошли. Потому что на двух минах подлетать, знаешь, как охрененно. Да фу, как днище последнее, у тебя шансов больше всегда. Короче, фу, я не успокоил, шансов больше, а не беру немножко. Я снизу, короче, погоню. Давайте, короче, если кто не возьмет, тот рак. Не, тот лох. Вот, тот. Давайте, кто то не есть, возьмет. То есть сейчас у нас будет два лоха в битве и один скилл, да? Бля, да как? Ёб твою мать! Какого хрена? На свои днищи краски не смог взять. Ты понимаешь, Жека, ты понимаешь этот момент, блин? Да у меня мало хп было. Да у меня тоже, я аптечку вроде въебал, а вроде и нет. Давайте, короче, твинца вот этого снесем нахер. Не-не-не-не-не, не надо, не надо. Пока не надо. Что значит? Да уйдите, аутисты, крабовызви. Жек, назад, меня. Назад, назад, Жека, фантом. Сейчас. Вот подлюга, а. Фиг, чё ты там тихо делаешь? А-а-а! Да, блядь, ну... Блин, мне бы молот стада какого-нибудь. Ой, стадо. Стадо колхозников, которые... Просто вот проявляется в одном Димане. Да, так, короче, да, 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 я, короче, сейчас могу это. Блин, не вынесу. Кстати, тут очень много, очень хорошо вулкан не может помочь на самом деле. Так, сейчас ему мину поднасру. На! Так ты. Блин, да почему он не сдох? Выйди, переоденься, Жека. Охеренно. Фу, я, короче, ладно, в минусе ладно, лежу. Тобой, да чё это, блядь, было? Какого, мать его, хрена? Вот, Диман, смотрите, Диман не помогает. Сейчас оставит меня на кукарачке и скажет. Ну ладно. Попытка была. Короче, блин, я не знаю. Ну, короче, я возьму, не ссыте. Я этот голд заберу, я чувствую. Давайте, короче, на 100 рублей, типа, спорим, да, давайте, понятно, пацаны?
Типа, кто тут голд возьмет? Давайте. Сука, ну... Вот почему, мать его, почему? Я застрял, блин. Диман! Берик вообще сраный, иди в жопу тут со своей краской. Летает он там. Он вечно одевает это мастера. Да-да-да, днище старое. А кто вам мешает? Кто тебе же мешает мастера паркура? Стыдно, Берик, вообще стыдно. Мне мешает, блин, стыдно мне за это. Я спросил у создателя, можно МП-нитки, да? Ничего ты не спрашивал. Стыдно вообще, ты как рак последний, постоянно одеваешь свой резин. В начале чата посмотри, Жека, я спрашивал. А хотя они уже зафлюдили, походу. Ей, ты чё, мда, ты чё? Блин, админы подлетел, пацаны, это вообще не изи. Берик, Берик, иди нафиг оттуда, иди просто нафиг. Ну, да блять! Да, Берик, иди ты в... Да, блин, Берик, ты конченый ДЦПшник. Да что, вас двое, я один. Да конец, в смысле двое? В смысле, ой, а мы так-то поодиночку тут пытаемся. Вот именно, ах ты, Берик. Ну, да подлюка, давай, ну почему? Ха-ха-ха, лошара. Ничего. О, нормально. О, скинули кого-то. Фига там опасный, господи, это на самом деле. Микс, лучший. Микс, нет! Да, блин, уйдите нахер! Да ссаный, блядь, Вин, чтоб ты сдох! Козлина, тварь! Лучше бы я, блин, скалу одел. Нет! Только не скинь! Нет! Нет, 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 нет! Да твоя Лиза, отъебись ты, сука, Твин! Берик, да? Блядь! Что, Жека? Вот было бы я сейчас в мастерах паркура, я бы все уже... Да, вот взял, именно, да тут вообще капец, что ты говорил мне тут, что-то там 5 секунд назад? Я не расслышал. Что? Микс, что-то говорил. Чего? Мне. Что ты рак? Не, он что-то сказал там твинс, что-то я не расслышал, бля. Да, блин, ты по всему туда не кидай, ну срано, видит. Фига тебя расстреляло там вообще, развертело похуй. Берика, 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 держите все на Берика. Дико, ты знаешь куда, а? На Берика, блять. Да сука, ну почему я врезался в эту текстуру, блять? Дима, нахуй ты их врезал? Блин, а ты говорил на 5 минут, нормально все, все отлично. А че, он уже 7 минут 5 секунд идет? Ну. Да! Что, как? Как? Сука! Как просто так, да, как? Сейчас сеструха придет, орать будет. Что? Ты что? Угадал. Ну, Вика, это эмоции, понимаешь, там. Блин, вот. Да все ясно. Да ты, блин, ну Вика, ну что ты, ну постоянно там туда. Блин, как? Вот просто, ну капец. Как ты его взял, Микс, объясни, пожалуйста, вот просто расскажи. В смысле, по скилу слил этого вулкана сраного, потому что... А, ты его слил? Да, и там потихонечку проехал. Ну, красавчик, короче, что сказать, красавчик. Сейчас, пацаны, мы идем на второй СГ, который у меня уже готов, и просто переходим к второму фрагменту. Бить, стой! Наш мальчик не подвел, мы уже на следующем СГ. Поздоровайтесь с ним еще раз. Да, здорово, блин, я думал то, что я начну, а ты вообще опять не отдыхал. Я так думал, я начну вообще. Да кто начнет? Все, гони, сливай, сука, погнали! Идем, да? Берик, тебе сказали мастера снять днище. Где? Тебе же сказали мастера снять, ты сказал хорошо. О, я укинул, вообще на другой ответил. Не... Бля, реально. Ой. Ух, Берик, снимай мастера, бегом, Берик. Так, го, они уже го написали. А если ты сейчас снимешь, то... Понятно. Я вам голд оставлю, пацаны, не волнуйтесь. Ты знаете, да бля, во-первых, мин до хера. Ну, короче, Берик неадекват, говорил, в тот раз я спросил, здесь ему сказали снимать, но все равно не снял. Нормально, хорош, все. Фига, блядь, какой ник у нас на втором месте? Александр Супердангер. Ептить тут мин, пацаны, просто сейчас опять сеструха придет, будет пиздец. Я не успел до твоего трупа. О, меня тоже на ферму приглашают, Джека. Один вопрос, где голд? Наверху, наверху. Там, знаешь, не на втором этаже, а на микро-третьем. Ну понял, да, нет? Да ептить твою мать, блядь. Так, тихо, тише. Где он? Ты... А, вижу, там, вижу, где спрыгивать можно. Да на микро-третьем. Микс-го, да, фантом, микс-го, фантом, все, фантом. Пошли, но без мастеров паркура вообще же не катит. Блин. А давайте мама там мастера паркура оденем. А, бля. Нельзя, через 30 секунд Берик паркура взял золотой ящик. Да ептить, да, тут, короче, народу, а? Ну, почти. Фантом, фантом! Да-д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 а! Куда нихуя я поехал? Чё? Вы бы видели. Нет, он там едет куда-то, днище. Фига не мин тут нас, ничего, наверное, часа 3 минировали, как минимум. Да, ну, я тебе отвечаю, типа, еще 15 минут хотели. Ага. Ну, еще, да, еще 15 минут хотели минить.
Давайте сейчас... Борис, как всегда, пообещал. Так, погодите, давайте я сейчас зару, давайте сейчас сделаем так, чтобы моя сеструха пришла и мне пизды валила. Опять? Ари. А, блин, ну почему? Так, сейчас, короче, она приходит, погодите. Где она? А, нет, ну давай, 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 скорее, между мин, давай провать фантом, ну меня слили! Так, сейчас, погодите, скоро третий дубль будет. Это вызываем, это, не демона, а сестру Берика. Так что, где она там? Микс, давай, 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 направо, 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 направо. Ари, давай, ари, давай. Да, блять, вулкан, ёб твою мать! Что, не агрится на тебя еще? Ты что-то вообще не слышишь, это, походу, две двери закрыло. Ну-ка, открой дверь за Ари. Я, погодите. Блин, у меня мин ноль. За мины купи сейчас. Пацаны, короче, я приоткрыл дверь. Сейчас нужен такой момент, чтобы меня реально забомбило. Давай, давай, Берик. Да не надо забомбил, просто это. Давай, ты же актер, давай. Да ёб твою мать, ну что это такое? Ну чё ты встал, Микс? Ну давай! Ты чё на ней идёт? Чё, придёшь, из клавиатура в твою голову разобьёт? Уйдёт, идёт, 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 идёт. И такой звук, тихо, тихо. И всё. И Берик искать на полгода. Уйдёт? Вик, прости, я не хотел. Что? Да нормально, больше учить будешь. Давай, давай, ну чё ты встал, ну? Да иди ты. Ой, ты да тише. Как только она сейчас будет уходить, скажи, я всё понял. Не учите, у меня роман интересный. Какой роман интересный? Вон. То есть ты своему мужу изменяешь с книгой, да? У вас роман, да? Да. Давай! Да, новый позу учишь! Давай, 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 давай! Давай, ну почему? Что? Какое нахер тухлое яйцо? Чё ты несёшь? Сейчас опять будем сатану вызвать! Нихуя там мин по центру! О, погодите! Сейчас, сейчас, погодите, вот просто! У меня есть... Мега суперская идея, пацаны, я сейчас рублю музыку на полную. Какую музыку сейчас завтраски? Не-не-не-не-не, у меня есть такая музыка, чтобы охренеть. Так, я вырубаю колонки. Так, тихо, тихо, сейчас басы на полную. Это ты мстишь, да, за то, что она тебе играть не давала в деревне? Да, да, вообще, вообще, блядь, такая подлюга. Так, так, чё, готовы? Да. Да. Сейчас. Так. Сейчас включат. Я Мишка Кумибер. Я, блин, вырезал полчаса, потому что я Мишка. Джон Сина, давай, 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 тащи. Ну, бля, ну, внимание, да на чё, глухонемание или что? Живот порвал, отвечаю. Сука, да это пиздец. Да Микс, ну какого хуя, блядь, ты встал? Бля, у меня есть, пацаны, охрененная идея. У меня есть одна песня в УК, которая на басы просто, блядь, пиздец. Может, её въебать? Главное, чтобы там АП не было. Давайте вынесем этого, этого, как его, мамонта вулкана. Бля, там вообще гол взяли или нет? А тут своей музыкой, блядь. Давайте, реально, я ещё, блядь, басы въебу. Мамонта вулкана, давайте сливаем потихонечку. А, давайте мы год возьмем, и я после этого басы въебу. Ну, типа, чтоб не отвлекать. Давай. Так, все, ну, давайте. Давай. Там без АП, у меня ВК дохерища музыки. Без... Ну, с АП дохерища, а без АП ну, тоже фантом. Дохерища. Да ну какого, блядь, ну пекарь, ну схуя ли ты, блядь, блины не печешь, а на вулкане тут зажимаешь. Чего? Ну пекарь, блядь, о, я в стиме пекарь подписан, вот плагиат, блядь. Ой, я, короче, в мамонте. Фантом. Я вынес одного какого-то места. Чувствую, бля, она ещё придёт нахуй с этой сбитой, блядь, и бошку мне об ноутбук, ой, об монитор ёбнет. Она скажет, что тебя монитор разобьёт просто-напросто. Ох, чувствую этот СГС, блядь, столько нахуй лайков наберёт, ну пиздец. Микс, хуль ты там застрял? Я в мамонте сижу, мне норм. Мне норм. Блядь, у нас двое чуваков на базе, это вообще пиздец просто. Аллах Акбар, давай, встал отсюда! Ну, бля, просто, это, актёр, у которого нет Оскара. Чувствую, я в Sony Vegas как засыл, но там чисто эти пики, блядь, на высоте будут.
О, нихуя, фантом, давай, блядь, Александр Супердамгер на... Давай, 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 давай! Да ебашь ты вперед, сука, дикареля ты, блядь! О, я не знаю, как мы возьмем этот гол, если честно. Я даже тоже не знаю, они просто все тут сидят. Да, блядь, ну пизда воскресного дня, я вылез! Молот! Я... Нет, нет, нет. Да ептит там мина! Прикиньте, если бы не мамка, блин, дома Лукана была. Блин, можно было тихо завалить микс. Да офигеть. Да давай кого-нибудь завалим втроем. Ты на чем? Давай, я на рельсе. А ну, я, блядь, на молоте, но у меня он М4, тут если Лукана есть... Лукана можно залить, смотри, прям оттуда, прям там с флага. Флага, флага, давай, сука! Дай, смотри, вот спрячемся, Диман, иди сюда. Спрячься вот сюда, под эту фигню. Иди спрячемся! Сюда. Потом понял, раскачкой выезжаем, и это когда у него будет КД. Давай, бля, ну, давай, пацаны, сейчас. я с вами. Да уйди ты нахер! Конченая утиса. Сука, Диман, блядь, дай встану. Ты смотри на эту дико рельсу, блядь, тварь. Ты, блядь, та, сука, смотри, Диман, я смотрю на него, у него пока не КД. Давайте рельсу зажгем. Не-не-не, не надо, не надо. А, не КД. Блядь, там мы это, Викареля! Блядь, Диман промазал, ну заебись! Сука, только микса, блядь, тронь, я тебе под пиздетом. Ай, блядь, еще и жига. Еще один прыгнул. Бля, ну чё у него КД, сука? Вулкан не на КД, нет, он не на КД. Блять, а я нарку еще вью. Бля! Я сейчас скажу, когда у него будет КД. Сразу, если что, выезжаем вот сюда, когда у него будет КД, да, и валим. Да, там и Зитка еще лечит. Хотя я успею. Не надо, не надо, у него еще пока не КД. Видишь, да он как так-то? Да бля, у меня сейчас КД будет, да ёбаный в рот. Он без аптеки даже, он без аптеки. Сейчас мы его вообще... У него и Зида есть. Да капец, а чё, никакого хера, Жига не минировалась, что ли? Чё она тут ездит? Да пиздец. И когда у него будет КД, то сколько он, блядь, уже там ездит на нарке? Да хуй его знает, да. Сука, блядь, фармщики, нахуй, буду я в СГ в роли защитника, блядь, чувствую свое 100 тысяч опыта. Готовьтесь. Да какой нахуй готов? Ну ладно, давай. Бля, я нарку уже въебал, где ты? КД. Давай! Блядь, Вики! Я Жигу вынес. Давай, Берик, давай. Да сука, ну иди, да ну чё я, блядь, сделаю? Он врубил Дашку. Давай, Диман, сука, готовь его заливать. Но! Ну, сейчас Дашка. Да пиздец, я в него нахуй 5 молотов садил, какого хрена, а? Блин, все орёт и орёт. А сестру все похуй и похуй. Я опять в минусе лежу. Ладно, сейчас давайте по-нормальному. Надо там потихонечку лучше разминировать. Да-да-да-да-да. Да Сочи, блять, потрох! Идите вы все нахуй. 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 Да блять, мины! Какого хуя там мины стоят, пацаны? Да охренеть, блин. На таком месте гол твой получил. Давай, Жека, 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 давай! У него сейчас. Блять, аптека, ну ёб твою мать! КД! О, КД, Диман, рельсу выдай, Диман. Да ёб твою мать, блядь, тут еще какая-то рельса сраная сидит на нашей базе. Пацаны, его заюзали, короче. Блядь, да там сверху вообще проехать нереально, я вам отвечаю. О, блядь, я сейчас да к дверь открою, погоди. Быстрее, он на 0 хп. Да, блядь, да они тут на нашей базе все вообще стрелять не дают. Уроды. Я вообще херею, я херею, если честно. Да я сам в ахуе. Да что они творят, господи. Да ёбаный насос! Давайте, вулкан, граффити, где, блядь, мое граффити, нахуй? Мастера паркура сосут граффити тут, блядь, вообще нужно. У них 3 вулкана. Да это пиздец, я тебе говорю. Ой, я сейчас пока дверь еще раз открою. Что-то я аж подустал, меня ж так бесит. Да, бесит тебя, когда я снимал, знаешь, какой полуторачасовой я сейчас делал. Как бы ты там забомбил, как бы. Я, короче, мину ему сюда поставил. Короче, пацаны, я сейчас открываю дверь, ору, закрываю дверь. И приду. Давай! Ой-ой-ой, че пиздец будет, где мой наушник? О, так. Че, дыришь? Так, я вроде порал. Давайте вулкана, помогайте вулкану. Ну, мин, да блять, ну не фантом, ну. Да ёб твою мать, я на всю квартиру порал, какого хрена она глухая такая? Сука, 21 год, блядь, уже как старуха. Да, дряхлая, блядь, пизда, нихуя не слышит. У него КД, ну давайте. У кого, блядь, КД? А, у этого от пиздыша? Блин, у него, его опять рельсы. А может, Изиду уже сольём, нет? Да хуй в этом Изиду сольёте. Дал ему, он валит, у него мало хп, видимо. Я мышел. Блин, кого? Хорош. Охуенно, сверху мин нету, блядь. Там вообще мины не вспыхнули? Или да там заебись вспыхнуло, я тебе скажу. А, хорош. Почти все. Блять! Заебись, Диман! Да сука, куда, блядь? Блять, кто меня столкнул нахуй? Жигу слил. Фига я тут раздамаживаю всех. Да я, блядь, раздамаживаю. О, бля, еще без ДДшки был, сука. Давай нахуй, ну пиздец, нихуя б я там не решил бы. Да капец. Он на нулях, Серега на нулях, это та на Лукан. Ой, блин, почему у нас нет респов сверху? Хоть бы один, и это было бы уже лучше. Сука, смотри, вулкан. Да блять, ну почему? Ну блять! Вулкан до респы приехал, вот тварь.
О, давайте я сейчас буду орать вообще на весь дом, нахуй. Давай. Да, блядь, ну чё она такая глухая? Я вам отвечаю, пацаны, это вообще что-то. Ну, она специально тебя не замечает, уверен. Блядь, Мина, кричали, ну... чтобы у неё прям нервы не сработали, и она пришла... Не сработали? Ты бы знал, как на меня летом. Ебало просто морально, Мик знает. Ага. Я слышал. Чё ты слышал? Да, блин, я в минусе лежу. Пацаны, ты чё за фигня? Он приехал у нас на базе, стоит и... Ой, сори. Кто? У кого ещё там минки-то есть, скажите? Да хуй его знает, у вулканов, у двух вулканов есть. Да охереть, два пулемета стоят, дамажат, вообще им насрать на все. И Зида их лекает стоит. Ну, да. Надо фантомчиком пытаться. А толку, даже если ты в фантоме будешь, они тебя близко не... Блять, хули я выехал. Бля, нихуя! Минки убирать. Сука, ну сучи ты, блять. Птичий сифилис. Он без аптеки. Минки лучше уберем, там просто наверх будем пролазить как-нибудь. Там пацаны, вот убить. Чисто по нашему туннелю этому вверх, там, блять, я столько раз размил. Чисто вот туда, блять, ездить взять, это наистовая ситуевина. Ну, Микс, давай! Нихера, да! Ебать, я прокатился, сука, мастер серфинга, блядь. Ты помнишь, Микс, как я серфую? Вот так, блядь, я сейчас просерфовал. Блядь, весь монитор, сука, закрывал. Микс. Стой! О, опа. Хуя, блядь. Опа, Стёпа. Сука, да ебать там мимо, хуй, блядь, туда пролезли. Да блин, меня вынесли, да неужели сейчас диктатор заберет? Нет! Нет! Слили! Едить мою сардель, ну! Блять, ептить сардель. Да уйдите нафиг, крабы! Да сука, кто меня, блять, минус кинул, Микс, если это ты тебе... Господи, такие аутисты! Бля, пекаря надо сливать у него, он без этого! Блять, мы выпустили. Слили нашу дикарелю, жесть! Бля, пацаны, просто справа, Микс, заходим, и там нахуй с рельс въебываем этого пекаря! Опять этот вулкан здесь! Блять, Минок, сука, да хуище! Вулкана, нахуй! Я ему рельсу прописал, блять, молота. Я, короче, понял тактику. Какого-нибудь слить, который там далеке... Блять, давайте фантом, кто на базе у нас есть? Мы... Все... Стой! 42 раза меня убили. Блять, что это, нахуй? Да блин, они опять там все собрались, не дают проехать. Да я тебе отвечал, бля, Микс, это вообще такой, сука... Все. Да пиздец, блять! Вот слав. Ебать! Что-то сегодня Берик вообще какой-то неадекватный. Я иногда даже. Да вообще пиздец, у меня нахуй температура поднялась, я просто ебу весь свой стул жопой. Стоять, фантом! Нет! Ай, не просочился мимо них. Охренеть. Да мне нужен фантом срочно в этот туннель. Блять, он всем, сука, нужен. Сука, на нахуй! Блять, мина! Уёба, пацаны, сука, резко! Пацаны... Чё? Да что? Да я... Направо, Дима, направо! Направо, еть! Сука, Дима, блять. Дмитрий, сука, хуев, иди нахуй! Я думал, ты кому-то другому говорил, думаю, что... Блять, а кто у нас тут еще, сука, Диман? Пиздец, он аутист. Ты услышал, Диман? Нет. Я не услышал. Я сказал, Дима, направо! Направо, назад, Микс, назад, Диман, вперед! Он встал! О! Давай, сука, давай! Нет, я выехал с фантома, блядь! Минус! Я вынес опять этого мамонта, которого мы уже сливали. О, еще одного вынес, нафига. Ты, блядь, заебись, ты пекаря ты вынес. Ты пекаря слил, там мины погорели. Угу. Я уж давно слил эту жигу. Не блядь, знаю, жига это не пек. Нихуя! Да бля, пацаны, там реально пиздец, сколько мин. Ой-ой-ой-ой-ой. Фух, бля. У меня сейчас сиська сломается такого смысла. Ни хера, Диман, ты видел, как я летел, Диман? Нет. Как вы, блядь, там летели? Пить мою сарделину. Да блядь, что это было? Фантом зарешает. Охренеть, как я летел, это же вообще было жестко. Куда ты там, блядь? Назад, Диман, назад, где-то респался. Сколько сальтух сделал, охренеть. Бля, ну вот. Ну жалко, что ненормально упал. Че, в минус, что ли? Ну да. Да супчик из говна! Да ну капец! Да блин! Микс! У меня нет мастеров! А убей. Ну, сверху кто-то сейчас возьмёт. А вы еще, блядь, говорили мастера снимать. Че, возьмет это, да? Сверху кто-то пытается сейчас прыгать. Лох! 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 Просто лох! Ребята, вы видели?
Он пролетел? Это пиздец, он просто рядом пролетел. Да капец, да сколько? Да сколько, блин? Охуй. Охереть, ты видел это? Я не видел, мы, блядь, по твоим заказам. Я сраную аптеку снарил. Охереть, просто. Да что? Нет, блядь, нет, 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 сука, почему? Я, блядь, мог, сука, спрыгнуть, и меня нахуй пекарь пшук зажимает. Да, отлично, меня просто отправили в ангар. Просто. Диман, блядь. Фантом, давай, давай, фантом. Прям в голде убился. Микс, фантом. Ну, чё ты не едешь? Еду, еду, сейчас. Ох, хуя, блядь, диктатор как вовремя. Охренеть. Подожди меня, Берик, подождите меня. Стой, да как, блядь, он, сука, сам едет. Направо. Да, блядь, он дебил. Днище. Сука, днище, блядь. Поганое. Не успел. Миллиметр, сука. Давай, 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 давай. Да, блин, они все на меня согрелись. Да они втроем за мной поехали, охренеть. Ну, блядь, ты же ЖК Микс! Ты прикинь, я проехал наверх, и все они на меня поехали с центра. Охренеть. Ну так охуенно. Они... Да иди ты, сука, в пизду, держи, блядь! Да ёбаный насос! Микс, Диман, спасибо. Ну чё я могу? Чё я могу? Там мин до хрена! Охренеть. Ну, слава богу, мы хотя бы подперли их немножко туда. Отодвинули, так сказать. О, бля, у меня еще один СГ на сандале. Фига себе, давайте... Ты стой! Не буду я стоять. Что значит, тут каждый сам за себя, Диман? Так что давайте Димана отдадим. Да, блядь, это днище меня не пускает, да твою, блядь. Говорю, такая нахуй пёзда, я в ахуе. Диктатор. Да какого, мать твою, хуя вы тут встали, блядь? Эмоции. Какой-то, сука, мамонт на дыбах. Помнишь, Микс? Ничего я не помню, отстань от меня нахер. Ты чё, подлюга? Козлы. Да Мика, блядь! О, заебись! Заебись! Не заебись просто! Хера или... там Диман крутит. Ой, Диман, говорю, Берри крутит. Хуя, блядь, давай я тебе отвечаю, нахуй, танцор диско. Сейчас чувствую, блядь, кто-то возьмет. Сейчас, блядь, кто-то возьмет. Да блин, да почему он завернул, блядь? Как он меня убил? Идите нахуй, блядь! Сука! Он же сам туда поехал, походу. Берик, уйди, дай мне проехать, за мной эти уроды гонятся. Да, Берик! Блядь, тут сейчас битва нахуй закончится на 999, если была. Кусок говна. Я тебе отвечаю, блядь, такой, сука. О, Диман, 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 Диман. Да, Дима, блядь, стой. Давай. Я не знаю, что делать. Диман, тебя что, выносит, что ли? Да? Блядь, какого хуя я появился? Нахуй, 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 нахуй. Блядь, диктатор, да сука! Там еще и вулкан. Я слил этого. И вулкан еще. Назад! А нет, охеренно! Еще и жига. Мины, ой, аптеки закончатся, пацаны. Все, я жоп клянусь, возьму этот голд сраный. Бесит меня все. На нахуй! Хуя я, блядь, минус, сука, кинул! Идите нахуй, ща, блядь, всех нахуй зарешаю. Сука, вулкан! Нет, да какого нахуя, блядь! Я, сука, на месте стою! Он, блядь, стреляет, и я нахуй в мин так... Да, да идите вы! Кто там едет за мной? Меня опять вынесут. Ахи. Кто это был, Диман? Это ты был, школьник? Не дал мне проехать нормально. Да ебать, тут мин, по центру не ездите. Я в тебя уткнулся, и меня загасил вулкан. Что, мы параллель нашли, если ты не заметил. Сука, блядь, параллельное соединение трансформатора, блядь. Я не проехал, там викинг стоит, блочит. Пизда рулю. Нет, 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 давай, 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 Жека, 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 давай. Сука. Сдохни, Жека, сдохни. Жека, блядь, да сука, Жека, нахуй! Я ж тебе про чё говорю. Я сколько хп потратил, я сколько твою мать потратил хп. Это просто невероятно, это просто. Диман, это нереально. Это был пиздец, пацаны, просто я сейчас мог взять на изи, но, блядь, вулкан зажимает. Пекарь, добивайте, пекарь на нулях, он там наминировал. Да нахуй этот пекарь, блядь, он, сука, не минит уже 300 лет, блядь, съебись! Съебись! Сука, подлюга! Диман, Диман, ты будешь стрелять сегодня? Ух ты, днище кусок. Чувствую, блядь, завтра Диман, нахуй на 0 хп, ну вынесешь ты его, а, аутист. Мина была. Я тебе говорю, блядь, ДЦПшный аутист какой-то, блядь. У них минус титан. Давай, сука, зажимай! Подлюдок, кто сзади стрельнул? Резь за наша! Ник, блядь, энергичный! Сука! Пацаны, блядь, вы бы видели, что сейчас было. Да ни хрена они там номинировали, козлы!
Пизда просто, я вам отвечаю. Это был такой... Они там жестко номинировали. Где, сверху или что, где? Но! Да, сверху. Да! Спасибо, скажешь сегодня или что? А как ты взял-то? Они, блядь, разъехались, я, сука, подъехал и взял. Я рису убил, поэтому тебя никто не заблочит. Да-да-да-да-да-да-да! Жопу этот Спаси Голд, вообще ненавижу его. Говно полное. Ну, бля, мы в прошлом СГ тоже самое говорили, ты говорил, что заебись. А сейчас вы говорите, что хуйня, я говорю, что заебись. Ладно, ребят, я думаю, в принципе... Стой, я сейчас в одну битву перейду, меня тут пригласили. Если там тоже СГ, то будет вообще все четко. Или все, ты... ничего не будет. Я даже это говно, наверное, не ставлю свой. Посмотрим, короче. Бля, пацаны, у меня СГ. Все, короче, ребят, сейчас переходим ко второй. Или к третьей части. Вообще просто длинная СГ будет. Этот уже идет минут 30. Все, будет еще длиннее. Все, встретимся. Ну что ж, ребятки, в общем-то, наконец мы решили вот такую вот СГшку, такую СГшечку добавить. Еще 5 минут, минок. Ну что, пацаны, вы готовы вообще? Готовы. Тут что-то... Чувствую, сейчас будет неадекватный Спаси Голд. Чувствую, сейчас очень будет неадекватный Спаси Голд. Да, потому что Джеку там трогают, он чисто хочет прочекать, что там да как. И... Я просто хочу чисто, ну, для аппетиту там, ну, типа, залезть там что-нибудь поближе к голду, заскриниться, а эти... Аутисты думают, что я его возьму. Но пусть думают. Сейчас возьму, реально. Если они его, короче, будут трогать, то он это... Маму-то оденет. Вот. И, короче, это вообще будет, по-моему, очень изи голд. Я его с первой катки сразу возьму. Вот. Ставь на паузу и потом продолжишь. Капец, ребят, мы после этого шума, я, бля, отойти не могу вообще. Вот сейчас, кстати, еще в конце, после этого СГ, будет, как мы мою эту сеструху там ебашим просто, блядь, битой по ушам. Вот. Ладно, все, ребят, сейчас начнем. Так, ну что же, ребята, вот мы уже имеем третий фрагментик. Спасибо Берику. Берику, Берик все три фрагмента вам дал. Не ври, два. Да, ну, больше, чем один. Первый я вам дал, поэтому не надо говорить ничего. Так, ладно, все, ребята. У меня еще есть и четвертый. Вот. Короче, все. Гоу! Жека, давай, уходи оттуда. Или что? Или сразу? Я уже бы его 1000 раз мог взять, если я хотел. Всё, я уже на Титаником был прямо около него этого голда. Все, гоу, короче. Погнали. Да. Я люблю. Стойте. Просто начинать. Так, короче, ребят, у нас еще один фрагментик нарисовался. Я не знаю, то ли это будет первый, то ли еще что-то. Короче, СГ. Если я там решу смонтировать это первый ролик, да, в СГ-шечке, то поздоровайтесь, давайте. Опять тот же самый состав. Здорово! Я просто сейчас не могу. Так что, стоп или играем? Вы что, уже поехали, что, не адекватно? Я просто написал гоо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 , и меня забанили. Ха, лох! Так стоп или го, они заебали, идите вы все нахуй, блядь! Так это, Берик, давай без мата. Че, я не понял, так поехали или что? Все, го, все. Че, реально? Да, все, они уже мини наряд. Потом Жека, все, норм, го. А, ну окей, погнали. Ой, сейчас им трындец. Ой, ребят, сейчас трындец, просто без мата. Минус одна. Ни хрена! Берри, как всегда, в мастерах. Не фаси так. Пацаны! Диман! Че? Ты лох! Че? Ты мог сейчас на изи взять. Я понимаю, что я мог на изи взять, если бы там кто-нибудь был, или же у меня была аптека. Короче, смотри, я думаю, где-то минут за 3 мы его возьмем. Это вообще просто изище будет. Минуты за 3. Может только подрочить. Хотел сейчас понтануться, сказать, да, за 30 секунд мы его взяли. Блин, я хотел уже это, хотел взять. Думал, сейчас, короче, одна минка, там бах-бах-бах, пукан подкинет, нормально все будет, но хер там пел. У нас пацан на хуресоске. Что он тут на хуресоске забыл? Как он будет брать-то? Он даже не нарит. Ты понимаешь, он не нарит. Он лечить нас будет. Он будет нас. Он не лечит. Он не нарит. Он просто катает. У них там одни молоты. Надо, короче, Изиду слить. Кто там у них минировал? Да блин, ну Дима, ну. Да что он бы там не проехал, задрал-то? Что ты гасишься? Вот, Диман, ты сейчас просто как дебил поступил, потому что мог по моему пути проехать, потому что там минок нет, а он слился. Я соски сейчас парил. Я вообще-то сбоку, чтобы соска ты на 0 хп сбоку была. Смог нормально разминировать, я специально туда поехал. Да какого мать... Я даже не знаю, с какой стороны подлезть. Ну, конечно, фантом все решит, но давайте без фантомов. О, вулкан, ну как меня бесит вулкан уже сегодня, я, ребят, не могу орать просто. О, пацаны, у меня еще есть один СГ на сандале. Мне еще сейчас приглас на СГ дают. Ой, я трупом взял. А, нет, не взял трупом. Блин. Ну ладно. Твою поехали. Мать. Вот что это было? Сейчас Орю, может, у него минус, кстати. Ребята, у них минус. У нас, может, минус. Берик, твой брат там валяется. Иди, подбери его.
Я этого хача не знаю, идите нафиг. Где ты? Давай, давай, полез. Ничего себе, куда я прилез, куда я прилез? Офигеть. Через забор. Кто-то там фантомом, вообще опасно было. Опасно. Это ты? Нифига там минок разминировал перед голдом. Нормально, я сейчас чувствую. Смотри, Берик, подсадка диктатора. Диктаторов подсадка. Берик, ты зачем диктатора подсаживаешь, по-братски? Чисто по-братски? Тимон, да ты... Куда ты лезешь? Шека, ну блин, тут короче это, если бы не твой трупак на Сяника, я бы это... Затащить. Какой нормально. Мой трупак? У меня вообще там не было. Тебе вообще нельзя голды Диман, брать? Диман, я вообще-то не про тебя. Своих. Что? Ты говоришь, Диман, это, ты уже... Какой? Блин, я сказал, Жека, глухая ты. Жек. Глухая. Я ничего не знаю. Не, просто... Ох, слил! Это я слил. Сколько мин вспыхнуло, сколько мин. Борис, блин! Блин! Почему? Микс, да ничего себе, сколько там мин с этой стороны, жесть. Слейте, пожалуйста, титана молота, он на нулях. Мы и так уже всех слили, надо уже забирать. Ну все, ладно, теперь надо забрать. Угу. Во-первых, вы уже забрали, вы полюбовались голдами, теперь дайте сделать это и мне. Да не, Диман, ты не возьмешь. Давай сейчас будем Диману блочить, Джека, чтобы он не взял. Ах вы придурки. А чё там? Чё, нельзя что ли? Это танки онлайн, тут всё можно. Да блин, нет, с этой стороны вообще нереал. Надо где-то, я не знаю даже с какой стороны. Я одного слил. Диман, я знаю, бери. Как я сейчас голд возьму. Воу. Смотрите, мега тактика. Я посмотрел на эту тактику, мне очень интересно, как она выглядит. В минусе что ли лежишь? Да иди, ты ептить, етить! Нет, тут не допрыгнуть, я хотел... Да ептить! Я еще одного. Еще кого-то, да там две мины, походу, вспыхнуло, Диман, с твоего слива. Куда там залететь-то хотели? Я трупаком его взял. О, поздравляем Димана. Все, Диман, выходи из битвы, не занимай место. Ты чё, падла? О, нет, я возьму голд. Да блин, да ёптаю. Был бы я в мастерах, я бы уже давно забрал бы рекнище. Что вот, где логика, Жека? Позоришь опять свои МП краски. МПРА, МПРА. В смысле, где логика? Ты в мастерах не можешь взять. Ну, бас. Ничего, что там минки рядом, их очень много. Жека, давай, я давай, в тебя давай, не давай, верю! Давай, 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 да капец! Застрял ссаные текстуры ореховские. Стена. Ну блин, ну почему это титан рикошет устал? Видите, как у Берика голос уже подсел? Покричал чуть-чуть. Да вообще капец! Да ёб твою диктатора вулканище тут встало! Слили! Давай титана рикошета. Ох, молодцы. Это ты же его теперь... слил. Ох, кто там фантом, все забирает. Фантом. 3, 2, 1. Нет! Лох! Он не взял? Нет! Как? Он просто мина была прям возле голда. Прям в голде, считаешь. Ну! Ой, ну блин. Да блин, Жека! Тварь! Блин. Ты такая, ну курва! Нормально у тебя, да? Обломал вообще по жести, я короче прыгаю, хочу взять, сейчас и ты мне в жопу. Сейчас возьму, вот чувствую. Да-да-да, нет. По скиллу они играют, по скиллу. Бля. Тут кажется за себя, Берик, так что иди ты в жопу. Слышь, опять ты, там... каждый сам за... Да ептит, ну почему я? Да кто-то взял, кто-то. Диман, да как ты... Ты видел, он вообще по забору как-то пролез. Ох ты, Диман, читер, краб, рак. Ну короче, каждый по голду взяли нормально. Смотрите, три фрагмента и три друга. Так, пацаны, у меня есть еще один СГ на польском первом сервере, идите туда. Так, короче, беда, печаль, обида. Давайте ждем следующего фрагмента или что? Ищу, короче. Да не, сейчас я вам приглашу сразу. Если не будет, то все, всем пока. Не, сразу, сейчас, да не заканчивайте вы видос, я уже друзья открываю, короче. Сейчас все будет. Все. Блин, друзья. Сколько там? Не, мне надо уже это, к конкурсу готовиться. Да ща на изи, погоди, друзья, открывай. Ладно, ребят, в общем-то, эту СГшку скрысили, при том, что свой чувак скрысил. Да, это очень обидно. Насчет сеструхи, сеструха у меня сейчас ушла. Не нужно видос выкладывать. Я говорю всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, вступайте в паблик, все нужные ссылочки есть в описании, а также канал пацанов у меня есть в интересных каналах. Так что на них тоже подписывайтесь. Все, ребят, всем удачи и всем пока.